Уважаемые товарищи, есть уникальная возможность совершенно бесплатно обучаться настоящей науке, науке об обществе, марксизму-ленинизму. Для этого создан и успешно действует в нашей стране Красный университет. Это газета, я держу в руках, издание Красного университета. Можно учиться очно, но это те товарищи, которые живут в Ленинграде или рядом с Ленинградом. Можно учиться заочно, используя различные технические возможности, которые сейчас есть у каждого. Для того, чтобы услышать профессиональные лекции по диалектике, по капиталу, по произведениям Владимира Ильича Ленина и Сталина. И сдавая экзамены соответствующие, в том числе сдают их дистанционно, получить соответствующий документ о том, что вы изучили, начали изучать эту великую науку об обществе марксизм-ленинизм. До октября, до 1 октября проводится запись. Будут под роликом будут сведения о том, как записаться. Вы сами можете в поисковике задать «Красный университет» Фонда рабочей академии и записаться, получить глубочайшие в нашей стране, а может быть и в мире, знания о обществе, о его развитии, о том, что надо делать для того, чтобы жить лучше, для того, чтобы организовываться и бороться за свои интересы.